Доброго дня. Продолжаем видео по подключению дистанции на лодочные моторы на разные. Итак, имеем красавца. Красавец под названием Mercury 30. Он же Тахацу 30. Удар в удар. Один мотор с одного завода. Соответственно, он у нас румпельный. И на учет у нас его в Карелии не ставят. Потому что должно быть дистанционное управление. Соответственно, ставим человеку дистанцию. Для того, чтобы самое главное подключить троса гастреверс к мотору, нужен комплект подключения. Он есть в оригинале, как обычно, там достаточно дорогой. Есть неплохие тайваньские Омакс, по качеству вообще бомба. Ставится все шикарно, стоит в два раза дешевле. Соответственно, в нем у нас кронштейн, на который крепится трос переключения передач. И вот эта тяга быстросъемная. То есть у нас трос отстегивается и обратно при необходимости внедряется, подключается передача. Так, сейчас. Трос газа. Ставится вот такой кронштейн. Штатные места все есть, все в штатные места. Вот такая резиночка. Здесь заглушка снимается, ставится резинка с проходом. Тоже быстро съем здесь на пружинке. И прикручивается, собственно, шаровый вот этот кронштейн, куда одевается этот быстросъем. Вот это весь комплект. Ну и проушина с крепежом. Соответственно, для дистанции нам нужна два троса. Машинка газ-реверс. Рулевая тяга. Пошло все это по лодке. Мы вот здесь это все. Это у нас катамаран флагман 460. Все это выходит вот сюда. Поставили мы счетчик моточасов и тахометр. Консоль мини. Она как раз и по цвету, и в размер, и все здесь классно стало. Машинка 703 копия. И машинка у нас идет с кнопкой-глушилкой. Мы этот провод сюда приходим. Здесь он у нас. Вот мы его в змеиную кожу засунули, чтобы она ничего не терлась, нигде не повредилась. Он у нас приходит, и мы его вот так через клеммы параллельно штатной кнопке. Мы ее не снимали, не переносили. То есть сюда можно поставить запасную в комплекте без шнурка, чисто чека. Ставить чеку, чтобы она здесь была. Можно с чекой, если мало ли кого-то там сзади пристегнуть, чтобы пассажир улетел, мотор заглох. Соответственно, мы ее параллелим. Ну и тахометр у нас на катушечку индукционную, он сюда повесился. Соответственно, вот весь комплект. Троса замотали в оплетку, чтобы это все аккуратно, ничего не мешало, все красиво было. Машинка у нас шкиперовская. 703.